Деревенская ласточка на проводе. Сегодня ветер, но погода теплая, летняя. Ласточка сидит одна, значит, где-то из гнезда. Я уже второй день ее вижу на одном и том же месте. Она просто греется на солнце. Зеленушка поет 4 июня. Эти птицы дождались тепла. Некоторые из них даже не улетали в эту теплую зиму. Что там делает дятел? На молодой елке. Галка на реке ловит жучков, разных насекомых. Утки прячутся в траве, но вот одна утка появилась. Скворец прилетел охотиться. Галка прилетела. Интересно получается. Они прилетают к воде, потому что здесь много насекомых. Вот смотрю сверху.